почти что таким же высоким, как вокруг поединка Нурмагомедова с Макгрегором. Но не все так однозначно, потому что ходят слухи, что следующую защиту Хабиб может провести против Джорджа Сен-Пьера, и Эль Кукуй таким образом может опять остаться в пролете. А вот слова менеджера Хабиба, Али Абдул-Азиз по этому поводу говорит: «Дейна Уайт – бизнесмен. Он должен понимать, что бой Хабиба с Сен-Пьером привлечет большое внимание и принесет много денег». Друзья, согласитесь, практически нет сомнений, что Фергюсон, имеющий историю непростых отношений с Нурмагомедовым, возможно, стал бы намного более прибыльным вариантом. Но, в принципе, узнать мы это можем только по факту. Чем занимается Тони, давайте узнаем. А он продолжает задевать россиянина в соцсетях. На этот раз он выложил видео, где показал, как собирается справиться с действующим чемпионом UFC. В инстаграме можно увидеть и анимационный ролик, и старые фотографии с промо-тура их поединка, который отменялся целых 4 раза. Фергюсон — обезбашенный парень. Возможно, именно этим он нравится публике. Тони воистину один из самых интересных бойцов UFC и по мнению большинства экспертов и по мнению фанатов этого спорта. Единственный достойный соперник для Хабиба, как мне кажется. Орел действительно стал настоящим правителем легкого веса в организации и новой суперзвездой. Но Тони достоин получить право оспорить титул чемпиона. И если верить словам Дейны Уайта, то UFC хочет этого поединка. И в этом заинтересованы Орел и, конечно же, сам Эль Кукуй. Что касается похвалы в адрес Фергюсона от коллег по цеху, то Джереми Стивенс, помните такого, дрался он с забитым Магомед Шариповым, так вот Тони помогал Стивенсу подготовиться к предстоящему поединку, который, кстати, пройдет уже в эти выходные против Яйра Родригеса, Джереми отметил, цитирую: «Я знаю, как тренируется Тони Фергюсон, поэтому договорился с ним, приехал и провел в его зале около месяца. Это был бесценный опыт, и я научился у него замечательным вещам». Тренировался с Тони Фергюсоном, который является одним из лучших бойцов в мире, который больше всех заслуживает титульный шанс, у него большой IQ и он имеет огромные знания и опыт в избиении соперников. Мы тренировались по 6 часов подряд, а затем делали небольшой перерыв на просмотр «Рокки 4» и затем отправлялись на ночную пробежку. Это чемпионский уровень, этот мужик удивителен и он очень умен, он тренируется с большим умом. Вот такие теплые слова от Джереми Стивенса. Друзья, как вам выпуск? Давайте обратную связь через лайки и комментарии и опишите Фергюсона в 3 словах. Например, Тони Фергюсон классный, яркий и сильный. Пока что это все. Всем добра и до скорого.